Китайский компрессор фирмы Хейли ASO6603. Значит, двухканальный компрессор в передней части. Имеются, значит, места для подключения шланга. Прямо над ними независимые регуляторы для каждого отдельно канала. Очень удобно, когда подключены разные устройства. Можно или разные аквариумы, можно отдельно регулировать напор в каждом канале. Ну, что можно сказать, то есть в нижней части вот фильтр воздушный стоит, то есть следить, чтобы он не был забит. Значит, данная помпа, как заявлено производителем, 2 канала по 3,5 литра в минуту. То есть в час практически 200 литров каждый канал дает. Ну, вот такой обтекаемый по дизайну. Еще раз повторимся, что регулируется отдельно каждый канал. Значит, должен находиться выше уровня воды в аквариуме. Если такое невозможно, значит, надо применить обратный клапан для предотвращения утекания воды из аквариума через шланги, ну и через компрессор. В этом случае компрессору придет конец. Ну и, соответственно, вода убежит, что-то другое повредит еще.